Что, не холодно? Нет. Купаться будем? Да. Да, погода сегодня точно не летная. Друзья, всем привет! 7 октября Ярополк, не изменяя своим традициям, приехал дружить с холодной водой. 7 октября в России и в мире отмечаются такие праздники, как Всемирный день изготовления открытки, День воспоминания про теплые вещи, как раз под такую погоду. Также сегодня отмечает день рождения президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, и сегодня День вежливых людей. Мы окунемся в честь последних двух праздников, которые я назвал. Пошли! На улице плюс 3. Такое время вода, ох, холодненькая. О! Фу! Как говорится, Крым взяли без единого выстрела. Всем вашим людям с праздником. Ну и президенту нашему здоровья, терпения и побед. Фу. Как обычно, попить водички. И на новеньких облить. Иди сюда, Саша. Саша. Саша, у нас сегодня первый раз. У нас такое посвящение есть. Я желаю всем вежливым людям также хорошо защищать государство, а всем остальным ценить их работу. Молодец. Поехали. С головой. Раз, раз, два, три. Умница, молодец. Я поздравляю Владимира Владимировича Путина с днем рождения. Желаю вежливым, вам оставаться такими же вежливыми и долго жить, долгожительство. Молодец, поехал. С головой. Раз, еще с головой. И сразу, еще третий раз с головой, давай. Умница, пошел. Так, боишься? Нет. Первый раз? Да. Понравится тебе? Думаю, да. Посмотрим, давай, разворачивайся с конца. Так, 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 стоп, до конца. Счастье, чтобы вы были всегда здоровы. Молодец. А Владимир, а президенту что хочешь пожелать? Желаю, чтобы у вас было все хорошо. Отлично, с головой. Раз, два, три. Умничка. Давай, 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 давай. Давай руку. Отлично. Молодец. Отлично. Ну как, открой глаза, ты в раю уже. Все, покажи класс. Yes, давай, следующий. Поздравляю всех с Днем вежливых людей. Также хочу пожелать всего самого лучшего Владимиру Путину. С днем рождения. Будьте все таким же лучшим президентом. Красавчик, давай. С головы. Раз, два, три. Я хочу всех поздравить с этим праздником. День вежливых людей. Они взяли Крым без единого выстрела. Наши люди тоже на СВО ведут себя очень вежливо. Владимиру Владимировичу я пожелаю здоровья, счастья и всего наилучшего. Ох, давай. Раз, два. Ох. Все разлетается, когда октоген купается. Все разлетается, когда октоген купается. Даже рифма. Ну что, быстро оперативно переливается. Обращаю внимание, вытираем только голову.